Ну что, Мороз и солнце, день чудесный сегодня. Это уже на солнышке где-то 40 по Фаренгайту. А так было 26 по Фаренгайту сегодня утром. И холодно, конечно, мороз. Это очень необычно для Флориды. Сегодня завтра Рождество, сегодня рождественский вечер, и вот 2 дня будет такая температура, очень низкая. Только 2 дня пока, это хорошо. На нашем пруду, посмотрите, лед. Вот здесь вот, где, я не знаю, Тихая заводь, там ледок. Ну и потому что у нас посажены пальмы, например, и наши растения очень маленькие. Я не знаю, какие выдерживают мороз, какие нет. Мы вчера, как и многие вокруг, свои маленькие деревья, только недавно посаженные, окутали. Да, я забыла показать, кстати. Вот так вот мой апельсин закрыт коробкой. Видите? Ну, хотя это же апельсиновый штат, цитрусовый штат. Здесь растут все цитрусовые. Ну, может быть, как-то их предохраняют, я не знаю, дымом или как-то. Вот так вот мои маленькие цветы закрыты. Пальмы я закрыла вчера. Хорошо коробки сохранила с того, как мы сюда переехали. Ну вот, и как я говорю, 2 дня будет, 2 ночи будет такая температура. Ну и вот мой лайм закрыт и тенджеринс. Мы завязали, закрыли полотенцами и укрыли полиэтиленом. Я думаю, что проживет, переживет. Ну, не только мы. Многие закрывают свои растения в нашей местности. Вон, посмотрите, у соседей растение закрыто, пальма маленькая закрыта тоже. Вот. Так что люди закрывают, кто чем может. Еще раз, это же не Майами, мы живем в средней северной части. Ну, вот посмотрите, рядом с домом все растет, цветет. Все нормально, и розы цветут, растут.